Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам один из очередных моих завтраков раненько утром. Вот здесь вот вы видите сырничек, слайс с помидорчиком и с сыром, запеченный, расплавленный вот такой сырок вкусный в микроволновой печи и три очищенных грецких ореха, друзья, и чай. Вот чаек стоит без сахара. Вот. Это вот такой вот легкий завтрак у меня с утра. Рано утро, время 6 часов. Сейчас буду завтракать, окончательно просыпаться, что я только встала, встаю я рано. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. Девочки и мальчики, а еще хочу показать еще один из моих любимых завтраков. Это клубника, кусочками творог, сметана и орешки. И немного я сюда добавила стевии. Это очень вкусно. И вот такая вот огромная, смотрите, огромная клубника мне попалась. Только вот немножко срезала верхушку, потому что там такая она, ну, маленько подтемнела. Это мороженая клубника, друзья мои. И, в общем, я ее добавляю сюда. И вот такая вкуснятина, друзья. Можно ее и блендером было взбить, но я не захотела. Потому что так, друзья мои, вкуснее, намного вкуснее без блендера. Мне нравится, когда там кусочки орешка попадаются, разные, грецкий орех, там кешью попадается. Вот. И вот такие клубнички там кусочками у меня попадаются. Хотела, друзья, взять еще сухофрукт, это абрикос сушеный, курагу. Но что-то не было в Марьяра. Вот пойду, значит, в следующий раз в какой-то другой магазин. Может быть, мне попадется, значит, вот видите, там и орешки, и вот, вот так вот кусочками я, мне нравится. Так что всем приятного аппетита. Вкусно худейте, дорогие девочки. Вот, здесь можно использовать обезжиренный творог, можно с каким-то процентом жирности, вот, можно орешки не ложить, можно положить изюм, вот, в общем, все, что вам угодно. Попробуйте, это очень вкусно. Это вкуснее всякого йогурта, который продается в магазине. А если сметанку еще с клубникой, я вчера ела с клубникой эту мороженое, клубника была, да, и просто сметана вечером. Это вообще отпад. Что ж, приятного всем аппетита. И мне тоже.